eSportBets.com – уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com – живой азарт и холодный расчет. eSportBets.com – уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны... Так, раз, два, три. Дорогие друзья, всем большой-большой привет. Вас приветствую на очередном игровом дне. International, точнее, квалификации. Дивизион американский. Второй игровой день и первый матч на сегодня. Смотрим два коллектива. Team Hack против Revenge будут друг против друга сражаться. Поглядим, кто из них будет, собственно, посильнее. Я вам сейчас, наверное, включу пока сеточку, чтобы вы посмотрели, кто у нас лидирует среди двух команд, у кого лучше положение, у кого похуже после первого игрового дня. Итак, мы видим, и Хаги у нас 2-3, то есть 2 победы, 3 поражения, имеют 6 очков. У Ревенджи 2-2. Вот так вот, то есть 2 победы, 2 поражения, тоже, в принципе, имеют 6 очков, но у них на одну игру сыграно, получается, меньше. Ну, опять же, занимают они пока строчки топ-7, топ-8, то есть не самое лучшее, конечно, их положение. Бороться за топ-4 будет очень-очень сложно, но я думаю, они будут, конечно же, стараться. Ну ладно, будем смотреть. Итак, и Хаги у нас играют за Дайр, за Рейдентов, Ревенджи, уже сделаны первые пики, внедряемся в первую карту. Бэтрайдерс и Кинг и Ликантроп с Дарксиром справились в небытие. В пиках Триан Протектор ферст пиком у Тима Хак, Ревенджи, Шадоу Демон плюс Мирану себе забрали. Ну, Шадоу Демон плюс Мирану, мы эту связочку видели у вас вчера уже неоднократно, то есть постоянно... ну, вот такие, получается, профессиональные команды у нас из Америки стараются эту связку брать. Беспроигрышный вариант, по сути дела. То есть, вначале можно давить, можно и в лейте потом неплохо этой связкой работать. В общем, персонажи хорошие. Ну, а и Хаги сделали ставку на Трента. Трент, который вроде бы, ну, если я не ошибаюсь, опять же, по итогам первого игрового дня был самым часто юзабельным персонажем. Да? То есть, его либо часто пикали, и либо его банили. То есть, он постоянно был у нас в игре. Вот, ну и, видимо, во втором игровом дне тоже им не пренебрегают. Постоянно забирают, и это достаточно интересно. Так, ну и второй пик в этой стадии от Team Hack. Посмотрим, что возьмут. Составы мы видим неизмененные. Pandaega, Cakes, но Джастин и Машип — это у нас Team Hack. Ну и Ravage. MSTCO, Smash, Masoko, Mihawk и The Slayer, он же Benjaz. Вот точно с профита, видим, забрали вторым пиком. Пошла вторая стадия банов. Хочется, наверное, посмотреть, собственно, статистику обеих команд. Так, я с вами покажу. Это вот ростеры, да-да-да, вот у нас статистика. Ну, собственно, пример, да, так у них было сыграно профессиональных матчей. Ну, винрейт у них тоже примерно одинаковый, немножечко по рейнджи. Ревенджи получше выступает, но в среднем давайте посмотрим по киллам. Видим, что Ревенджи в среднем делают больше убийств, умирают они тоже чаще, ассистов у них тоже больше, только это говорит о том, что Ревенджи играют немножечко поактивнее, они больше нападают, больше гангуют и вообще больше инициируют в матче. По лосхитам больше у ребят из Эхак. Это говорит о том, что они любители пофармить, в отличие от их оппонентов. Ну и по ГПКМ, по XPM мы получаем, что в итоге посильнее Эхаги. Вот такие вот дела. Так, возвращаемся в игру. Окей, у нас там терение в самом разгаре. Вторая стадия банов. Забанили кентаврами, но Шторм Спирит еще по одному бану нужно будет сделать. Ну и Пандаэго думает, кого же убрать. Ну пока избавляются, видимо, от неприятных персонажей на оффлейн позиции. Да, вот еще и разбирается с Никсом. То есть вообще вот запретили Хаги трех оффлейнеров, по сути дела, жестких. Очень интересно. Ну а Ревенджи убрали пока мидера. Шторм Спирит. Так, и последний бан в этой стадии. Ну, вместе с Сио сейчас кого-то уберет у нас. Ну, вообще, конечно, хочется
какого-то, ну, там персонажа на самом деле не важно, кого убирать. То есть можно, наверное, все-таки избавиться от героев, которые обладают хорошим пуш-потенциалом. Потому что в купе с Нэчес Профитом это будет вообще главная боль. Ребята будут просто давить по всем линиям. И желательно такое не наталкиваться, собственно, в этой карте. Ну, какого-то Чена, может быть, забанить. Может быть, какой-то Энчантер из такого семи-суппорта лесного. Ну, поглядим. Ну, а Ревенджу, конечно, нужно будет, в свою очередь, потом допикивать вот эту триплу. К Шэдоу Демону, к Миране кого-то брать. Какого-нибудь тоже рейнджового суппорта. Ну, вообще, вот, я, когда смотрел, скажем, вот эти матчи с участием Шэдоу Демона и Мирану, я постоянно думал о том, что когда-то должны будут взять керри героя сильного к этой дабле, да, то есть, что именно Мирана была семи-суппортом. Но зачастую берут именно третьим пиком потом суппорта, и Миран становится семи-керри. Ну, и показывает себя не самым лучшим образом зачастую, ну, ввиду того, что как лейт-герой она слабовата все-таки. Ну, Дазла забанили Ревенджа, мы, видимо, избавились от суппорта. Ну и вторая стадия пиков, самая интересная часть. Поглядим, что там будут у нас команды брать. Так, то список матчей, который сегодня будет проходить на этом канале, вы можете посмотреть в моем паблике vk.com/adekvat.tv. Там прямо в прикрепленном сообщении есть. Сегодня здесь будет 6 матчей. С учетом того, что не будет никаких переигровок. Если же будут переигровки, то матчей будет больше. Там от 1 плюс до по-моему, 7 плюс, в общем. Так что настраивайтесь на то, что можем с вами закончить стрим уже в обед следующего дня. Такие дела. Это при самых худших раскладах, конечно же. Или при лучших, для кого как. Кто любитель посмотреть за американской дота-сценой. Энчантеры забирают себе Ревенджи, решили сами немножечко попушить, побегать. Неплохой получается суппорт. Твич Доктора забрали Тим и Хак. Ну, еще по одному пику осталось сделать. Но в целом видим, что Ревенджи сформировали себе триплу. И, по всей видимости... Ну, хотя, вы знаете, тут сложно сказать, трипла ли это будет, или это Энчантрес просто лесная, а Шэдоу Демон с Миранэ пойдет на сложную или в мид. То есть тут, возможно, вообще любые варианты. Эта связка, в принципе, она многофункциональна получается. Сейчас поглядим. Ну, по идее, нужно взять какого-то опорного лейт-персонажа, то есть просто фармил на легкую линию, отправить Шэдоу Демона Мирану куда-то в мид или на сложную. Ну, вот, в принципе, так и происходит. Видим, забирают Вивера. Ну, неплохо пока. Да, ну и там потом взять какого-то соло. Либо в мид, либо на оффлейн. И Ревенджи, в принципе, укомплектует весь свой состав и персонажей. Ну и Хаги. Есть два суппорта, есть оффлейнер. Нужно взять себе какого-то керри в триплу. И, конечно же, кого-то в мид. Ну, тут, на самом деле, пока такая проблема небольшая у Ревенджи есть, да. То есть все персонажи, которых они взяли, они не обладают большим количеством здоровья. Поэтому, если при грамотно их фокусе, то убивать достаточно просто будет, да. То есть самые Вич-докторы с активными станами, Тренд-протекторы с оверграфами будут здесь как нельзя кстати. Ну вот и желательно в таком же стиле, скажем, напикать себе еще керри-героя какого-то мидера. Ну, призадумался немножечко под Даэго. Ну, конечно, очень хочется взять Пака вот в данной ситуации просто в мид. Но вот они собирают себе Морфа. Морфинг как керри-герой. Окей, трипла сформирована, морфинг сильный, но нужно фармить. Фармить нужно будет очень много. Так, ну и тогда по одному бану осталось сделать. Ну, Ревенджи должны банить, по идее, мидера неприятного для себя. И хочется, наверное, забанить все-таки Пака, да. Пак один из немногих персонажей, который достаточно легко так справляется с вером. За счет того, что врывается через Сайленс, через Дримскойл, вивер держит на месте, его очень просто испепелить. На самом деле, конечно, неприятный будет персонаж. Здесь тоже Dragon Knight для Тима Хак, который будет тоже усиливать пуш-потенциал. Да и в миде герой неприятный. Опять же, плотный, очень попробуй его пробей. Ну, сейчас Мистисио нам что-то придумает. Ну, в целом, я еще, в принципе, не учитываю тот факт, что Триант Протектор, Вич Доктор и Морфлинг отправиться могут в сложную линию. Два хороших рейнджевых персонажа плюс один суппорт, который может подхилить очень знатно. Ну, вот, если Инвокера избавиться. Ну что, Инвокер тоже хороший вариант. Минус Инвокер, минус Элдер Тайтан от Имихак. Они решили, что оффлейнера не хватает Ревенджем. Ну, в случае, если Шэдоу Демон Мирана в мид пойдут, и Чатрис в легкую линию в леса, и Вивер на легкой будет фармить, то да, действительно не хватает оффлейнера. Так ли это? Такой ли задумали у нас вариант ребята из Ревендж? Брюмастера они себе забирают. Вот так вот. Ну что, это очень интересно. Брюмастер, ну, вообще, конечно, это мид, по идее, должен быть. Хотя тут не исключен, такой момент, что они могут отправить Брюмастера в качестве керри-героя в триплу. Вот, ну, тут не знаю. То есть Миран на сложный, например, что тебе начинается с Вивер, какая-нибудь трипла Брюмастер мид, или там, я не знаю, Вивер мид, может быть. В общем, вариант-то есть. Все будет зависеть от того, конечно же, какой последний пик будет от Тимы Хак. Стоит ли вообще Брюмастера ставить в мид против вот этого мидера, который сейчас они возьмут?
Поглядим. Last pick. На Пандега. Ну, для митеров вариантов осталось немного. Сейчас у юзабельных, вот опять же, пак, темпларочка, Dragon Knight. Из тех, что мы привыкли видеть. Ну, Дарксиры можно, в принципе, взять, с учетом того, что если Бремастер пойдет в мид, например, да. Магнуса забирает. Тут очень интересное решение. Посмотрите, Магнус ласт пиком. Здорово, здорово очень. Посмотрим за его исполнением. Давайте-то включим ингейм и будем смотреть за этой картой. Карта обещает быть очень-очень жесткой. Но вообще, когда заходят у нас персонажи, которые обладают хорошими АУЕ прокастами, ты зачастую уже начинаешь верить в то, что произойдет такой замес, когда там Магнус влетит, даст реверс-полярити в пятерых, это будет так красиво, так ярко. Ну, на практике, конечно, такое бывает и случается нечасто, но тем не менее, мы на это надеемся и надеемся, что игра будет очень-очень интересной. Ну и тут для помощи Магнусу есть опять же тот же самый Вич-Доктор, который может останавливать противника на месте, причем не только одного. Есть Триант Протектор, который же вроде бы тоже держит персонажей на том месте, где они будут стоять. Так, ну что у нас? Да, с выбором героев определились ребята. Давайте смотреть, кто на ком, за кем и почему. Итак, Рэвидж играют за Резидентов. Михаук будет играть на Миране. Смэш у нас Брюмастер. Шадоу Демон. Капитан команды MSTCO. Бенджаз будет играть на Вивере. У нас не остается Enchantress. Это Масоку. Ну, как раз того самого Масоку мы и ждали. Поэтому так долго карту не стартовали. Так, просят паузу. Так, ну и ребята из Team Hack. Здесь у нас Кейкс будет играть на Nature's Prophet. Видимо, что отправляется он на оффлейн позицию. Джастин на Морфлинге. И, по всей видимости, собрался этот Морфлинг в мид, что ли, или как? Ничего интересно. Ну, сейчас посмотрим. Магнус это у нас Но. Пандаяга играет на Тренд Протектор, капитан команды. Ну и Маши будет играть на Вич Докторе. Так, у нас случаи какие-то паузы. Ну вот, отжимаются. Надеюсь, что пауз таких задержек у нас не будет. Игра дойдет достаточно интересно, быстро, оперативненько. И главное, чтобы она была насыщенная, эта карта. Так, что мы получаем? Получаем, что трипла. Вот о чем я и говорил. То есть я всегда ждал того момента, что Shadow Demon с Мираной будут именно 7 суппортами. А в чем плюс того, что Мирана будет нас не фармить, а будет бегать и убивать? Ну, как раз таки в этом и плюс. Потому что они постоянно инициируют, постоянно перемещаются по карте, юзают какие-то смоки, нападают, нападают и убивают. Ну, Вивер спокойно будет подфармливать низ. А против него будет стоять один Nature's Prophet, который вряд ли что-то ему сможет сделать. Управляется энд, видим, разведывает ситуацию. Да, знаете, находится сейчас трипла. Миди будет стоять все-таки Брюмастер. На фаст ботл закуп, пропульная танка, три веточки имеет. И Enchantress на сложной линии, вот это да. Вот это интересно. Или же нет, но Масоку тут я не знаю, как он будет на сложной линии стоять на самом деле. Но, скорее всего, Мирана, что-то демон сейчас справится на сложную. Enchantress пойдет мид и все-таки останется вивер соло, как керри-герой. Вот. Ну а здесь, ну, Мирана, что-то демон, типа, неплохая табла на сложной. Могут, в принципе, и... убивать там кого-то, даже если кто-то подставится, да, под этот раскаст. Ну, Disruption плюс Arrow, конечно, работают безотказно. Кейкс у нас сапог, левел 1. Ну, Nature's Call он уже вызывал. Так, руна дабл дэмэджа здесь, Масоку к ней подходит. Ну, пока, видим, просто ждет. Ну, находится он уже под виженом, да, от команды Хак, поэтому... этот вот заход от Enchantress не останется незамеченным. Кейкс об этом прекрасно знает, с сапогом он, да, далеко уходить не будет. Немножечко подстопил крипочков и все. Бенджаз. Рико протекшн. Левел первый, есть Шикучи, пошли уже на Ческолу. Кейкс попытается, конечно, немножечко поотпугивать здесь Вивера, прекрасно понимая о том, что, по сути дела, няньки здесь нет у Вивера, и гонять его, в принципе, можно. Но так как гонять Вивер, конечно, дело неблагодарное. Постоянно Шикучи, постоянно будет какой-то харас. Миди Брюмастер против Магнуса, ну посмотрим, как здесь будет стоять. Но тоже на фастботл у него закуп. Прокачал уже себе шоквейв, у Смэша здесь есть клэп. Ну, на топ-линии Морфинг тоже находится, по сути дела, как керри-герой на фрифарме. Здесь Триант Протектор стоит рядышком, охраняет. Ну, дабла такая получается, знаете, не самая убийственная. То есть здесь инициировать будет очень-очень сложно. Только если сам какой-то Shadow Demon подставится на рейндж. Ну, вряд ли это будет происходить. Ну, а в целом, Михаги, видим, подпушили линию. Что на руку, конечно же, Михавку под своим тауэром. Сейчас они будут вместе с Shadow Demon получать экспы и получать деньги. Ну, а Вич-Доктор, видим, пытается делать пулы. Пока вроде бы все спокойно. Ну, вообще, если, конечно, взглянуть с птичьего полета на этот матч, теперь смотрите спину, а Кейкс нападает, хорошо, Масоку зашел, это будет First Blood, убивает Кейкса, Масоку, красавчик. Просто забежал и реализовывает свою Enchantress, моментально, конечно же, будет пуш. Отлично, 1-0. Так и начинают Ревенджи. Ну,
пробивает, конечно же, тауэр. Тут есть скелетончики, много оранжевых крипочков. Ну, правда, опять вернулся у нас Кейк, стэча с колами, спуливает на себя крипов, да, и, по всей видимости, с первого же захода спушить тауэр не получится. Однако, очень хорошо его прохарасили. Ну и, опять же, здесь Масока может отправиться в леса, поймать еще хорошего кого-то субона и снова пробовать напасть. По такой же схеме убивать Кейкса. Ну, сейчас это будет сделать даже немножечко попроще, ввиду того, что все-таки Вивер получил себе экспу и уже левел 3 имеет. Ринг оф протекшн купленный. Правда, вот с маной небольшие проблемы все-таки есть. Так, ботл тем временем имеется у Магнуса уже. 9 на 2 КС. У Бримастера у нас 8 на 2 КС. Ну, примерно равно и двух мидеров тоже имеется. Ботл, который, в принципе, отправляется через курьера на базу. Но в целом, с получением левела, конечно, и тот, и другой начинает фармить поактивнее. Опять же, полезнее, конечно же, будет у нас Магнус поначалу. Если он будет реализовывать свою Располярити, будет невероятно круто. Все-таки Брюмастеру свою ульту реализовать намного сложнее, чем, например, Магнус. Вот, нужно как-то с маной полной пойти на какой-то лейн, клепнуть хорошо, разультиться, расстроиться, пойти по тавы, там пытаться кого-то убивать. Нежели у Магнуса просто на шоквейве залететь, на скивер, точнее, залететь, кинуть Располярити и вместе с своей командой кого-то залупить. Так, здесь со временем Блейдс в атаку уже появляется у Кейкса. Ну, перестал он умирать, видимо, и уже фарм какой-то пошел. 13-1 у него, кстати, КС, что весьма неплохо для оффлейнера. Если, например, берем, например, оффлейнеров Шаду Демона и Мирану, видим, что у Мирана все немножечко похуже даже. 9-3 у него КС. Несмотря на то, что даже, значит, профит умирал, а Мирана нет. И прежний у нас пока счет 1-0 сохраняется. 4-й момент встречи. Смэш отбивается от крипочков здесь в миди. Левел 4-й, получит левел 5-й. Видим, клэп у него есть на 2, есть на 1 у него Дранкен Браулер. Клэпнул. Ой-ой-ой, но большие проблемы. Да ладно, идет с ним до конца. Смэш разводит, пытается откидываться. Могут быть большие проблемы, но крита не было. Был бы какой-нибудь крит один, там заработал бы у Смэша, было бы так круто. Но не повезло немножечко здесь Бримастеру, и фраг сделать не получилось. Но близок, близок был к тому, чтобы линию свою выиграть соло. Так, снизу у нас подтягивается Enchantress, два совуха здесь, пытаются ли запушить тауэр. Ну, кстати, не так-то это просто сделать, все-таки, когда у противников имеется Тренд Протектор, конечно, спушивать тавера, это достаточно непростая задача. Постоянно своим Living Armor'ом он его подхиливает, мы видим. Ну и все приходится делать с самого-самого начала. Почему стоим ошиб, чтобы помочь сохранить Кейксу этот тауэр. Не хотят его отдавать, в принципе, правильно делают. Ну а Морфинг, в принципе, и так с Тренд Протектором здесь спокойно справляется свои задачи. С задачей фарма. 21 на 2 у него КС. Ну, один из топовых КСеров он на карте пока. Покупает себе Ring of Health. Это будет стандартный Морфинг через Ликет Сферу. Так, ну что, увидим ли мы какой-то комбинации Shadow Demon плюс Мирана? Хоть какого-нибудь исполнения через Disruption Arrow? Ну, по идее, имеют у нас оба эти героя ману. Но не имеет возможности на кого-то напасть. Все-таки здесь Тренд Протектор, конечно, все очень сильно портит. Его Линк Армор не даст ему сделать спокойно фраг. Брюмастер миди, есть сапог, есть ботл, есть Magic Wand. ТПшечка, левел 6, уже появляется ульта. Ага, у Магнуса здесь ульты еще нету. Ну, ТПшка есть, в принципе, у Смэша. Есть руна Хейст. Он вполне может сейчас переместиться на одну из линий и пытаться напасть. Хочется, наверное, все-таки снизу пытаться помочь. Причем, значит, профит и вот этот вот Вич Доктор, они вполне уязвимы для таких гангов. Но Смэш пока думает. Попытка сделать пулы. Михав ворует крипочков, нейтралов, сапог есть ринку Базилиус. Левел 4, делает упор на Штормы. Ну да, раз не получается сделать свои комбинации, вот эти вот Disruption плюс Arrow, смысла Arrow прокачивать тоже особого нету. Тут в итоге нужен только Старшторм. Старшторм позволяет в замесах неплохо себя чувствовать и давать какой-то дэмэдж. Так, ну и Масоку снова побежал. Снова это активный Enchantress под смоком. Сзади сумоны. Кентавр вместе с... Ой-ой-ой, с троллем и... Сатиром, извините. Находит Панда Яга. Хорошо спрятали, должен быть Эрроу. Через Soul Catcher. Эрроу мимо. И Панда Яга пытается жить, но заперли вот от всех сторон. Да, скорее всего, он умрет. Это будет 2 в 0. Попытаются ответочку сделать ребята из Ихак. Кидают у нас здесь хорошие каски. Масоку получает V-форму через лицо. Но тут не прошел дэмэдж, конечно. И Маши пытается тоже уйти. Догоночку пошел Смэш. Подхостной, конечно же, будет догонять. Клэпает. Моментально делает фраг. Это уже 3-0. И погоня за Морфом. Смэш до конца. Кританул неплохо. Но там Living Armor. Living Armor. Да, в принципе, стики есть. И V-форма есть. Просто Джастин у нас здесь разводит своего оппонента. Ну, если потянулся какой-нибудь тиммейт, например, могли бы и забрать. Но тиммейта рядом не было. Ну, Смэш все равно неплохо вышел. Опять же, реализовал получение раннего хорошего левела здесь на премастере. На хосте пришел и сделал фраг. Ну и 3-0 в пользу Revenge. Опять же, начало очень-очень шикарно у них получается. Подпушивают они топ-линию. Так, ну должен быть какой-то Living Armor, наверное. Use the Cliff Fortification.
ДБ сюда, Пасоко будет проседать. Пасоко почему сразу не отошел, непонятно. Подставляется здесь у нас под... Ну, Магнус, здесь, понятное дело, реверс полярити. Эрол залетает, но уже отправился. Сейчас Реставерну еще пугает. Убивает то, что тут демона тоже. Это минус 2. И Михавк должен убегать. Липа нету у него. Да ладно, каски залетает. Подходит стадный час профит. Маледикт. Ставится спруты. Бить будут с руки. Смэш. Пытается ли помочь? Клэп. Надо делать ульту. Да, выдает ульту. Троих они уже потеряли. 4-3. Неплохо на развороте. Правда, может у нас примастер это замес выиграть. Кейкса он пытается убить. Получается, у него это сделать. Подайка тоже небольшие проблемы. Шок вейв. Ну и кончится ульта. Сейчас нужно отступать примастеру. А так потягивается шаду демон. Сол кетчера пошли. Подняли Магнуса у нас на торнадо. Пока крутится, вертится. Зашел Джастин. Джастин не очень хорошая его форма получилась. На развороте. Драка продолжается до сих пор. Да ладно. Зажался у нас здесь, но. Так, дорогие друзья, буквально секунду. Замес за замесом. Вот, вот сейчас должно быть хорошо. Так, 6-4 на стоге стал размен. У нас какие-то, видимо, неполадки с микрофоном, что ли, были. Я что-то не знаю. Но сейчас вроде метали какую-то штуку, затычку, и теперь должно быть покруче. Сори, если у кого-то были проблемы. Ладно. Пожалуй, смотри, снизу тем временем. ЗСЛР, да ладно, разменивается в кейкса. Пытается уйти на таймлэпс, и дэмэджа все равно не хватило. И хп у него не хватило тоже. Это был сам. И умирает под его тавром. Окей, такой. Развернулся, пару плюх ему выписал. Ну и фраг забрал, по сути дела. Плюс ко всему еще и тавр занял. Неплохо получилось. 6-5 на счет. Взаимные, конечно, флейлы и взаимные ошибки у обеих команд. Но пока все идет к тому, что Ревенджи немножко покрутит. Тренимый шип заходит. Эроу не поймал, но поймал клэп. Выдают каски, маледикт. Уйти надо бы, но здесь... Ой, хорошо, на липе поймал, боже, что створил, но и сделал фраг. Вот это четкий момент просто получился с исполнением Магнуса, красавчик. Он спас, во-первых, свой суппорт, во-вторых, конечно, сделал фраг. Так, смеш теперь не заперли в спрутах, хоть и на подхасту ничего сделать не может. Реверс полярится, накрывает его здесь, но, опять но. Что сотворил этот но? Магнус красавчик. 7-6, останется счет, 9-я минута встречи прошла к концу. Мор 2-0-2, кстати, имеет. Здесь вот у этого персонажа все хорошо. Кири герой фармит, помимо всего еще и зарабатывает деньги с фрагов и с ассистов. Имеет ПТ уже, Ринку Протекшн. Ну и Мэджик Стики тоже имеет левел 6. Фызы тем временем появляется Нэчес Профита, левел 9. Бенджас Мидас, есть сапог из Ринка Квилла. Кстати, она включенная тут. Бенджас пытается снова пушить. Ну, Тавр тут уже один из потерял, то есть он не забрал за него денег, да еще и сам умер. Хотя находился на легкой линии, никто ему не мешал спокойно здесь стоять и зарабатывать себе бабло. 59-10 у него КС. Хочется, наверное, на 10-й минуте посмотреть на индивидуальные нетворсы этих основных персонажей. Видим, что, конечно же, но топ-1. Ну, его-то мувы позволяют ему быть на первом месте. Действительно, все очень четко делает. 4100 денег он нафармил. Дальше идет 3900, несмотря на что Вивер. Все-таки Мидас дает о себе знать. Фарм тоже идет. Ну и дальше идет только Брюмастер. У Брюмастера, который есть уже дагер. Сапог ботл, 4-1-0 у него стат. Очень хорошо Брюмастер на самом деле отыграл раннюю стадию игры. И продолжает хорошо отыгрывать. Ну и давайте на графики тоже взглянем. Графики у нас показывают, что 1500 плюс есть у Ревенджей. По XP пока все одинаково. Так, ну вот видим, Джастин с Ring of Protection собирал себе Ring of Aquilo. Ну, начальные артефакты, в принципе, собраны. Теперь уже можно действительно поднакопить денег на ультимейт орб какой-то и покупать себе уже Линкен сферу. Иначе потом будут постоянные ганги и будет уже неудобно подфармливать. Так, ну и у Магнуса тоже появляется дагер. Это очень важно. После аркейн бутсов, ботла и ТПшечки. Левел 9, он уже готов врываться. Теренем под эко. Зацепили, эро залетел. Но продолжения никого не будет. Вынужден отступать, потому что там каски плюс. Морфлинг подошел. Так просто инициировать не получилось. Это, конечно, комбинация работает. Эту комбинацию бы использовать, я не знаю, где-нибудь в миде. Попытались бы они гангнуть Магнуса какого-то. Снизу, может быть, убивали Кейкса. То есть это было бы работало. А так вот, стоя против триплы, против даже даблы с Триант Протектором, сделать Disruption, Soul Catcher плюс Arrow можно, но убить не получится. Так, смэш. Ну, по сути дела, есть у него фулл мана, поэтому может взлететь на даггере в МАШИП и убить. Но они нашли другую цель. Видите, здесь панда яга. Забили. Много противников. Сейдж Крип стоит, то потянулся туда сатир, немножечко пытается подпушивать тавр. Смэш тоже рядом. Смэш нужно просто прыгнуть. Как он видит, это Вичий Доктор, он его убьет. Причем очень быстро. Ну, видел Магнуса, да, понял, что здесь уже больше народу, чем один, и решил уйти. 3-0-2, кстати, у Магнуса. 12-я минута встречи. Ну, вот оба митера действительно отыгрывают пока потрясающе. Единственное, если мы сравниваем каких-то керри-героев, то понимаем прекрасно, что вот Вивер, например,
хоть и с Мидасами собрал, но умирал. А Морфлинг не умирал, но без Мидаса. Ну, кстати, получается, что у Вивера даже больше по нетворсу на 500 монет. Да, все-таки Мидас, конечно, очень сильно решает. Что 12-м эта встреча все время подошла к концу. Энчантрес у нас по-прежнему в лесу. Были какие-то первые вылазки. Потом Масоку прекратил свою деятельность. Прекратил свою активность сейчас. Просто пока занимается лесничеством. Мистер Кейн Буцы хочет, наверное, купить себе какой-то меканзм или что-то наподобие этого. А нет, он сразу выходит поинт-бустер и будет делать себе огонь. Ну, фызы тем временем есть у Михафа. А кто будет меканзм собирать, мне интересно. Меканзм никто не собрался собирать. Интересно. Будут без этого артефакта играть. Окей, Джастин у нас покупает себе персверенс. Пандаего у нас есть сапог, есть у него также Magic Stick, левел 6, Варграф уже себе получил. Ну, вроде в роли няньки он такой здесь у нас находится, да, постоянно Морфлинга охраняет. Ну и правильно делает. Если нафармит Морфлинг, будет победа. Поэтому охранять его надо. Так, снизу. Магнус. Таймлэп здесь. Ой, по-моему, не самый лучший таймлэп был в исполнении Бенджаса. Чуть был не подставился. Если бы Кейкс вовремя сориентировался, поставил бы спорты, это был бы фраг. Риверс Полярис, оно было потрачено в никуда, но... Здесь опять же Ливинг Армор на ТВРа. ТВРа держится пока. Ну, один тавр всего лишь потеряли ребята из ЭХАК. Сами забрали. Ни одного тавра, кстати, не забрали. Так что 1-0 ТВРам пользу ревенж. Так, ТП в мид. Магнус хочет отвести на скивере, пока дает шоквейв. Видит Масоку, Масоку отпивается. Вот он делает скивер, в принципе, цепляет Масоку. Есть замедление, Морфлинг тоже подтягивается. Смэш, хорошо, Клэппл дает ульту. Эру прям в Джастина, Джастин пытается перекачиваться. Каски залетает, там Маледикты, Солкетчеры. Михак поставляется под эти каски. Что, шторм и моментально минус Пандаего. Морфлинг делает вейв формаут. И за непогоня. Станы залетают. Перекачки может и не хватить ведь, а? Импетус! Какой же импетус залетел от Масоку? Очень больно. И минус 2. Там сцепили, смотрите, еще и Магнуса. Магнус, да, Гералт не самый удачный, да, Гералт, его можно здесь, в принципе, увидеть. В тумане войны находился, Михав рядом пробежался, но не стал давать какую-то эру, чтобы дать какую-то там немножечко информации для своей команды. Так, конечно, могли сделать еще и третий фраг. 8-7. Качель у нас невероятный. Это обеих команд, собственно, с переменным успехом. Они атакуют и воюют, и пока, видим, победителями выходит Ravenger. Так, это по графикам вопрос. Да, по графикам это тоже так. 1000 в плюсе они ведут по деньгам, по XP ведут 1000 с небольшим. Юзер Аркин Буцы пытается забрать тавр, здесь уже по дефте его не получится. И Чадр себе еще дополнительную денежку вынесла. Вообще, конечно, неплохой для нее момент получился. Она сделала фраг, она забрала тавр. То есть у нее уже полганима собрано. Неплохо. Где Морф? Морф умирал. Это самое плохое для Морфа. То есть он пришел в замес. Во-первых, он потерял очень много времени, потому что не фармил. Так он еще и в этом замесе и умер. Это два минуса просто. Активированием в инвизе. На им ошиб. Так, хорошо. Удар прям скрыта сразу залетел. Был клэп, и это фраг. Конечно, без шансов разорвали Вич Доктора. Такие собеки под инвизом Мирана, они в начальном этапе имеют большой успех. На 9-7. Наконец-то уже отрыв получился в 2 килла. В этой карте такое происходит нечасто. Так, Тирене Магнус летает. Хорошо, Скивери отвез Масоку. Шоквейв дал. Приходит на смеш. Оверграф хороший. Моментально разобрали Enchantress. Ну, а смеш сделать ничего, в принципе, не смог. Ульты у него не было. Да и так все, что мог, он сделал. Прыгнул, дал клэп. На большом пока не способен. Так, есть Тирене Брейсер и Робот Де Майк. У нас у Михавка будет делать Drum of Endurance. Shadow Dem у нас Magic Wand и Сапог левел 6. Есть уже, в принципе, Демоник Пудж. Ну, и The Slayer. Ring of Health, есть Ring of Aquila, есть ПТ, левел 11. Динай Тавара на топе, мы видим, Ревенджер деньги не отдает своему оппоненту. Тирене снова отвозит смеш, через Располярити пытается пробить, Маледикт, Дефмар ставится смеш, что будет делать? Да, ульту, конечно же, прячется и будет он здесь выживать. На развороте еще пытаются убить, кстати, Вич Доктор, имеет неплохие шансы сделать фраг. Да ладно, Вич Доктор, без воду Ресторейшн играет, и машин, но все равно выживает за счет личности, да? До конца у нас, видим, дерется Брюмастер, станчик Пандаего, шоквейв залетает, не страшно, там Асоку выдает неплохие импетусы, и Пандаего отправился в таверну. Ну, а Брюмастер как раз кончился эффект Маледикта и выживает, выживает, еще и принял участие в хорошем замесе. Поинт бустер у него уже есть, 1600 монет сверху, ну и через 1300 уже будет огонь. Но в целом непонятно, то есть сможет ли в этой игре у нас Морфинг вытащить? Ну, пока не похоже особо, да? То есть вроде бы 16 минут, еще линкин сферы быть не должно, по идее, но уже хочется, чтобы был какой-то ультимейт орб. Осталось 300 монет до него. Даже меньше. А тем временем уже иначе с профита появляется Shadow Blade. Ну, Кейкс есть тот самый Head of Midas, с ним, конечно, фармить немножко попроще. Так, ну и попытка спушить Тауэр здесь, Shadow Demon плюс Мирана, по-прежнему вдвоем, неразлучная парочка. На протяжении всех 16 минут они, по-моему, друг от друга не отрывались, никуда не уходили. Эро залетает, но им ошибка, так и Эро не подставляется.
кидает каски и пока Витям держит Тауэр в защите. Но и здесь уже но. Располярити будет через 30 секунд. Он может, в принципе, отвозить на Скивере. Он уже демонстрировал. Опять же, стоит хороший обсервер вар. То есть такие вот перемещения прекрасно видят ребята из Ravage. И отошли. Ну, немножечко игра подуспокоилась. Морфинг, 1000 денег. Пошла 18-я минута встречи. Пытается сделать себе, видимо, стаки на эндших, что ли. Что он здесь делает? Непонятно. Просто пытается уйти. Он ждет крипочков, когда к нему они пойдут. Вот Бэджас как раз... подпушивает линию хорошо, как раз для морфа. Вот снизу здесь Масока пришел. И морф вынужден отступать. Фармить негде. То есть на топ-линии постоянно зажимают Мирана плюс Shadow Demon. В виде у нас царствует смеш на премастере. Снизу, видимо, что постоянно находится Вивер. То есть где фармить морфу, вообще непонятно. Нужно сделать так, чтобы суппорты и вообще вот остальная часть, получается, его команды развлекала противников. Просто бегала, не срала какой-то экшен. У них есть респалярность, у них есть хорошие АУЕ ультимейты. Но реализовать свои АУЕ ультимейты они пока не могут. Так, смеш врывается, видит Кейкса, хороший клэп дал. Моментально Кейкс делает телепортейшн аут и уходит. Подаяга в инвиз. Ну, дать бы просветку, конечно. Оба фрага. Ну, дает просветку, немножечко поздновато. Если бы он сразу дал просветку, подцепил бы здесь ряд протектора, сделали бы однозначный килл. Ну, вот видим, что у ряд протектора достаточно плохое начало игры получилось. 0-4-2 у него стат, сапог левел 8. То есть даже аркин бутсов нету, не говоря о каких-то дагерах и прочих прелестях. Так, ну и Бенджаз имеет неплохую возможность собрать даже линкенсферу быстрее, чем это сделает Морфинг. Но он тот самый Мидас. Есть уже ультимейт торп и подпушивают два тауэра снизу, залетают с формы, гоняют здесь Джастина. Ну, смотрите, какие бетусы залетают, очень больно. Ну и тауэр просто не спасти. Ну все, ТП наконец кто-то делает. У нас Магнус, по всей видимости, потянулся. Магнус. Так, на Скивере двоих подвозит, да ладно, хороший ревиз полярите, что творит этот Магнус, свои формы от морфа, хватило либо дэмэджа, да, хватает дэмэджа, убивает двоих, и снова товарищ, но, боже, какой же он царь, это невероятно, такое исполняет этот Магнус, он пытается пока тащить свою команду вперед, а теперь смеш влетает на имашип, Маледикт, имашип, ну, пытается сделать все возможное, умирает он, потому что тут демон, Disruption спрятал Пандаего, и Аро, морфа не попадает. Ну, Мирана уже рядышком, сейчас подтянется. Да, есть у нас от Брюмастера ультимейт. Расстраивается он, там тем временем Кейкс пытается нарезать вместе с СИО. Шоквейв мимо, но, в принципе, не мешает забрать у нас Шаду Демона. Пытается подойти жить, Ливинг Армор на себя, бьют его понтята. Шоквейвы, вейформы, да ладно, Мирану тоже забрали, это уже минус 3. Суммарно получается, пытается забить еще и Брюмастера. Брюмастер кончился ультимейт, а Гераут моментально измотался. Да уж, ну, не очень хорошая драка получилась от Ревенджа. Вроде бы влетели, синициировали, но убить не получилось. Хорошая, в принципе, реакция у ребят из Эхак. 11-12 уже Эхаги выходит вперед. За счет, опять же, индивидуальных каких-то действий, индивидуального исполнения. Вот, например, от Но очень неплохо отыгрывает. Например, и Машип тоже старается очень. Несмотря на то, что 0-4-4. Но в целом, какие-то полезные действия он все равно делает. Так, есть у нас уже персференция ультимейт торп у Морфинга. Летит к нему, по всей видимости, Ликенсфера. Да, так и есть. Так почему-то курьер кто-то переагрил. А, вот, потому что Морф уже в миде оказался. А тут уже Аганим у смеша. Тоже неплохо. 5-1-4 стат. Он из 11 фрагов участвовал в 9. То есть отлично играет. Ну и все достаточно получается неплохо. Так, ну здесь у Масоко. Скоро будет собран уже Аганим. Кейкс у нас покупает себе ультимейт торп, будет делать себе Хиксу. Ну и видим, что, кстати, Кейкс выходит на топ-1 по нетворсу. То есть постоянно на буст этого ультимейта. Плюс юзание... Мидаса дает о себе знать, 9400 у него становится уже количество денег, которое он фармил за эту игру. 8300 дальше, Марфа топ-2, кстати, ну и потом только идет у нас Вивер. Вивер, Бримастер и потом только Магнус. Ну, Мирана хуже всех, то есть, ну, от этой Мираны, в принципе, многого ждать не стоит. Это все-таки был оффлейнер номинально, который фрагов не делал, да еще умирал неоднократно здесь Михавка. И вот имеет только Драма Феджа с Рикхокфилла. Эти вот промежуточные артефакты. Ну, прежде чем, конечно, пытается он фармить, подпушивать тавр тоже. По терению в миде. Джастин особо не боится, что таких атак 3-1-4 у него стат, и уже появляется Ликенсфера. Все-таки быстрее, чем у Вивера. Не намного, правда. У Вивера уже есть 30 на линке, но осталось только Войдстон нафармить. Ну что, подуспокоилась игра. Смотрим, наверное, на графики. Видим, что здесь пока, ну, 600 в плюсе. От Ревенджа и по деньгам не особо много. По XP 1500 и Хаги. Ну, преимущества как такового вообще нет ни той, ни другой команды. Очень равная игра. Таких игр на моей памяти в рамках этой квалификации было немного. То есть, когда вот смотрели мы вчерашний день, видели, что там практически игры все были в одни ворота. Но вот здесь уже с первого матча и уже
Какая-то интрига. Так, смэш. Догадается, что противники находятся вот там, в лесочке. Магнус. Где же распалялись? Не стал давать, смэш. Вот сейчас он уже спалил противника. Морф закрывает его здесь, Маледикт. Ой, Маледикт, говорю. Ой, распалярите, какой отно, снова прыгивает по двоим. Вроде бы неплохо, хватило бы дэмэджа. Скивер отвозит всех просто до Дефарда. Пока у нас 1-1 размен. Дефард по-прежнему стоит, пытается уйти Вивер. Просел он достаточно плотно. Ну и Бримастер расстроился. Гоняет там Мечдоктора вместе с Морфом. Залетают шоквейвы, но вроде бы готовы сейчас и Хаги просто кайдить сейчас. И тут у нас... Ну, разобрали, видим, Кейкса. 1-2, смэш, убивает Мечдоктора 1-3 уже. Ну, тут, конечно, Бримастер очень сильно решает. Так, Ноф прыгнул за смешем. Но время Мальдикта, конечно, надо выписать какое-то количество урона. Не получается это сделать. Там все время приходит у нас Масоку. Выдает Эпетус очень больно. Убирает Магнус. Джастин пока тоже проседает. Спасается бегством за счет репликаты. Там какой-то Эпетус бешеный залетает. На! Просто прилетела плюха такая. Классно получилось. Это минус 5 практически от ребят из Revenge. Ну, вроде неплохо все делал Магнус. То есть он влетал, хороший ревиз полярить, но дэмэджа просто не хватило. Ну и самый большой минус, конечно, это то, что он на скивере, получается, отвез противника из-под дефарда, который стоял вот здесь. То есть, ну, не особо хорошо вышло. Из-за этого, конечно, там спасся и Вивер, там, и другие ребята из Ravage. Ну и важно, конечно, очень важно и хаком сейчас в замесах убивать Брюмастера. До того, как он даст свой ультимейт. Ну, потому что потом он уже расстраивается, все тот, весь тот дэмэдж, который ты в него вписывал, просто сходит на нет. Это не весело совсем. Майлшторм теперь нарисовался, умирал, но тоже потихонечку начинает выходить в ДПС. Кейкс 1300, ну тоже умирал, там вдвоем Вивер вместе с Мираной, если я не ошибаюсь, его раскатили и убили. Так, ну как же изменились у нас графики? Графики показывают, что выиграли Ravage в салат эту драку, у них сейчас 5000 преимущества по деньгам, по XP они вышли тоже вперед, 4000 плюс. Ну и гем приобретает себе Масоку после Аганима. Кстати, левел 11, ну эти импетусы мы видели. То есть Морфу летать на репликете вообще не рекомендуется. Максимальный урон вообще будет носить Enchantress. Вивер. Лингисферу себе собрал. 1500 денег сверху имеет. Левел 15. Ну и здесь, наконец, заход на Рошана. Кстати, первого Рошана всего лишь будут убирать команды за 2-4 минуты игры. И хаги решили. Перекачивается в ловкость. Да, чтобы побольше бить. Стоит здесь иллюзия от Магнуса. Магнус сам рядышком. Уже до того момента, чтобы ворваться. Покупает Сёгр Клаб, будет делать себе БКБшку. Ну, пошла 25-я минута встречи. Потихоньку-потихоньку режет, мы видим, Михак подфармливает пока мид, даже не догадывается, видимо, Ревенж о том, что чем занимаются их оппоненты. Ну, а Морф будет на Саегиса бегать. Большое преимущество себе зарабатывает, импауэр вешается на Морфа. Да, есть Аегис. Ну, хотя атака здесь будет на Кейкса. Если просветка, есть просветка, конечно же, выходит у нас первый Шадоу Демон, накинул пурш, Кейкса бьют, под Сол Кетчером очень больно, Вивер нарезает, импету заехал, клэп от смеша, это фраг. Ну, в пятером здесь просто изнасиловали его возле лесочка, ничего не смог сделать Кейкс. Ну, по факту он просто отвлекал на себя внимание. То есть он показывал противнику, что вот я фармлю, а значит мы все где-то там ходим и фармим. Чтоб внезапно Ravage не додумались, где находятся оппоненты и чем они занимаются. Они забрали Рошана. Это важно. Важно, что именно Аегис остался Джастину. Бегает в инвизе. Купил гем. Кстати, ну гем вроде передал ему что-то. Гем клэпает здесь на но. Накинул замедление, но вынужден на скивере отъезжать. Ну так, немножечко его испугал, заставил заюзать. Каст один. Ну, даже тайминг до встречи пошла. 17-13 на счет. Ну, в целом, неплохо пока чувствует себя Ravage после последнего проведенного замеса. Правда, сейчас, конечно, противники взяли Аегис, и может быть некомфортно будет драться 5 на 5. Но поэтому смысл есть просто рассредоточиться по линиям и фармить. Но тем же самым занимается Морфинг. Мы знаем, что Морфинг после Кинсферы любитель пособирать Этериал Блейды. Дальше шотгана выносить одного игрока сразу до замеса. Надо как-то ему помешать это сделать. Приходит Бенджаз, с формы выдает, нарезает под Джиминет атакой и Джастин бежать. Или не бежать, что тут демон, находит линку, сбил, спрятал дисрапшн, что дальше? Накидывает поизоны, вейформа, Джастин, тэп-аут и импетусы. Нет, не получилось убить его. Ну, перекачка, кстати, жесткая тема с Линкин сферой. Нужно носить слишком большой бёрст дэмэдж, чтобы убить этого морфа. Кекс на топе тем временем. 2500 он уже имеет. Будет делать себе скаф и вайс. Есть левел 16. Ну, тут если бы не умирал в прошлый раз, конечно, уже, наверное, хикса была бы. Но в целом продолжает пушить топ-линию. И оттуда, наверное, свой хиксу уже вывезет. Смэш спрятался. Купил себе Boots of Travel. Левел 16, видим. Ультимейт 3 уровня плюс Аганим. Замечательно.
А если Рейнем Ревенджи смещаются вниз, попытка спушить Т2 Тауэр. Это, кстати, будет уже пятый Тауэр в их копилку. Останется только последний внешний Тауэр по миду. Без особого сопротивления они его сейчас сносят. Правда, есть Глиф Фортификейшн, и Магнус покупает себе БКБшку. То есть, в принципе, Хаги здесь готовы драться. Но не хотят. Не хотят, Тауэр отдали, Вивер заработал себе денег. Ну и, я думаю, Ревенджи просто отступят. Вивер покупает себе дезолятор. Инзолятор, конечно, это здорово. Не здорово только то, что 1300 хп всего лишь. Ну, 1400, окей. То есть, если Магнус грамотно поймает, там, рассказ, например, какого-то морфинга, ну, что-то типа Aerial Blade плюс Adaptive Strike, Вивер будет отъезжать очень быстро. Поэтому достаточно такого агрессивного и опасного Вивера пошел. Это Рич Бенджас. Ну, по дизайнам Нетворс он топ-1, прежнему с Мидасом. Выфармливает знатно. 14 тысяч по дигам у него есть. 12600 дальше идет у Примастера. Ну, только следом идет Кейкс 12300. Ну, и Морфик 11. Замыкает четверку лучших по Нетворсу. Так, ставится какая-то пауза. Время есть посмотреть на графики. 7000 плюс и по деньгам виден. Выходят ребята из Revenge и по XP. Ну, за 4000 у нас зафиксировалась отметка. Так, ну я вижу, на параллельных матчах у нас уже, значит, на параллельных стримах матчи уже завершились. У нас только два параллельных матча осталось. Очень интересно, будем досматривать, конечно же. Узнаем, кто в первом раунде станет победителем. Так, ну какие-то проблемы у Мирана, видимо, она отсоединилась. Хочется мне посмотреть вообще статистику по Магнусу, если вообще такое представляется возможным. Я сейчас гляну. Очень прям так хорошо отыгрывает, скажем, этот игрок. Ну, тут, правда, сложно найти. Тут вот, ну, это, по-моему, Джиггл Билли получается. Второй его никнейм. Сейчас. Если что, выведу, покажу. Плеер. Ну, вряд ли это он. У него тут Магнус, Найкс. Нет, это не он, видимо. Ну, ладно. По новому у меня статистики нет. Видимо, это какой-то другой у него уже игрок. Ок. Так, ну там кто-то АФК у нас ушел. Ладно, в общем-то ждем. Игра немножечко затянется, ничего страшного. Начало у нас затянулось, в самой игре паузы были многочисленные, неоднократные. Такой, значит, задержится у нас еще начало следующей карты. Ничего страшного. Так, давайте быстренько пробежимся по артефактам. Что тут Дем у нас купился? Кстати, Форстав 2.4.6, у него стат весьма неплохо отыгрывает. Вообще, на топ-лейне, конечно, начало у них явно не сдалось с Мираной. Сейчас вроде раздуплились немножечко. Ну и Брюмастер пока тащит свою команду вперед. 6.1.8 у него стат. Из 17 фрагов участвовал, получается, в 14. То есть, отличный показатель активности. 2.800 у него сверху, кстати. Ну, посмотрим, что будет собирать дальше. Ну, ничего, Аганим тоже видели. Неплохо Энчатрис. Одно время тоже поначалу побегала, погангла, потом поняла, что это, в принципе, не очень для нее эффективно, не очень перспективно, поэтому решила отправиться в леса и выформила себе Аганим. Аганим, как показала практика, очень сильно помогает. Так, кстати, Мирана переподсоединилась, мы с вами готовы, наверное, смотреть дальше. Давайте поглядим. Так, на Шаду Демность пытается, какая-то атака пошла. Хорошо, фурстав есть, можно и уйти. МСТСО, капитан команды, свалил. Геб появляется также у Тренд Протектора. Магнус, БКБшечка. Кейкс покупает себе, наконец, Сафу Файтс. Так, ну что, Госкептор, Морфлинг, 2400 сверху. Ну, пытается Джастин выйти в свой тот самый любимый Этериал Блейд. И уже будет очень-очень опасным персонажем он в замесах. Ну, в частности, например, та же самая Мирана с 1100 хп или Вивер, если сбить ему Ликвид Сферу, будут очень уязвимы для этого прокаста. То есть там хватит, на самом деле, перекачанного Морфлинга, Этериал Блейд, Адаптив Страйк и Вейвформа. Все. Противник отправится в таверну. Ну, а всякие Энчатры, в принципе, тоже туда же можно отнести, Шаду Демоны. В общем, единственный, кто может пережить этот рассказ, это Брюмастер. Ну и Брюмастер, наверное, все равно, есть Морфинг или нет. Остальным будет не особо все равно. Поэтому сейчас, наверное, особо затягивать эту игру смысла нет Ревенджем, да? У вас есть, конечно, Вивер, но Вивер априори слабее будет, чем Морфинг в лейте. Ну, правда, Брюмастер, конечно, может изучить терень. Ворвались, Михавк отъехал. Ну и снова НЕО. Прыгнул на даггере, с кивером отвез к своей команде и сделали фраг. На ровном месте. И перемещается на топ-линию. Кстати, здесь смэш очень опасно действует. И тут уже пошла за ним выходка.
В исполнении Эхак. На шаду демона здесь нашли. Откидывается поизонами. Так. Disruption. MSTCO. Что будет делать дальше? Форстав. Через текстуры. Хорошо. И ушел. Ну и Брюмастер, видимо, смотался тоже. Окей, смотрите, на перерез пошел, сделал ТП-шечку, телепортейшн, но что-то демон находился немножечко не там. Но все равно, фраг на миде сделали один, отпушили топ-линию, так что хагов вроде неплохо все. Вот наконец-то Терил Блейд появляется у Марфа, мы смотрим за этим временем, 30-я минута встречи, есть Легендсфера, есть ПТ, есть самое главное Терил Блейд. Ну что, с этим Терил Блейдом, конечно, повеселее начнется игра сейчас, Джастин... В завесе будет выдавать много ДПС и будет сливать противника очень быстро. Как бороться с ним? Ну, бороться можно несколькими способами. То есть основным персонажем, таким как Мирана и Вивер, нужно покупать себе БКБшечки в первую же очередь, да, чтобы в замесе 10 секунд просто не обращать внимания на этого Марфа. Ну, а таким героям, как Энчантер Шаду Демон, конечно, нужна где-то пайпа уже будет. Ну, или хотя бы клоак какой-то приобрести поначалу, да, чтобы просто переживать замес. Так, ну что у нас в миде попытка спушить Т2 Тауэр. Последний внешний Тауэр остался у Эхак. У ребят из Revenge осталась вся линейка, два товаров. Так, смэш в инвизе. Пандаего нашел, дал крит, прыгнул, клэпнул. Пандаего получает импетусы в спину, очень больно. Варграф вынужден юзать. Ты Примастер, конечно же, разложился, убили уже Дредпротектора. Сейчас будут разваливать кабину и хагом. Убили также и Вич-Доктора, и машину там встрял. Ну, тут непонятно, кого подцепили, зачем-то репликатор решили убить. Ну, а и хаги втроем разбежались по линиям. Ну, правда, снизу у нас Морфлинг пытается сплитпушить. Потеряют ребята из-за хак Т2 Тауэр как минимум. И тут, конечно, уже будет сразу заход на ХГ. Попытка, во всяком случае. Может быть, развести на какой-то глиф фортификейшн. Может быть, кто-то байбэк сделает, мало ли. Ну, нет, видим, на ХГ не забрались. Мы увидели Марфа, испугались и сразу переместились на свои линии отпушивать. На топе смэш. Снизу у нас пришел Михавк на Миранке. Кстати, есть уже Мьёлнир. Неплохо. Ну, Мьёлнир чем полезен еще? Можно, в принципе, накидывать этот Мьёлнир на Брюмастера, чтобы он там впрыгивал и танковал. Так, скорее всего, и в замесах будет происходить. И вот Вивер покупает себе Ривер. Ну что, хорошо. То есть, как альтернатива БКБшке, можно купить себе Тараску. И за счет того, что у тебя повышенное количество ХП, ты переживаешь рассказ-то и Марфа. Но, опять же, там есть таймлэпс, потом можно будет сюда уйти. Так что Тараска здесь не самый плохой вариант, конечно, для Бенджаса. Так, ну вот вылазка под смоком от Эхак. Обнимашки, пошли кого-то искать. Ну тут самая главная обнимашка, конечно же, это Магнус. В свои объятия хочет он пятерых захватить. Но не удается ему это пока это сделать. Однако врывы по двоим, по троим у него тоже весьма уместны были. Брюмастер покупает себе Шивус Гуар. Так, снизу. Вивер видит Марфа. Так, на развороте драться, Линкин сферу сбили, приходит нас, но сзади отвезли, реверс полярти, хорошо, вейформу нужно сохранять, не дать им эскейпиться, хорошо, минус Морф, минус Миран, точнее, ну, у нас таймлэпс сделал Вивер, сразу получает хиксу, Оверграф держит его на месте, скивер, шоквейв, да, это минус, хорошо, минус 2. Ну и снова Магнус, что творит? На скивере подвозит моментально реверс полярти, вообще без шансов для противника. Ну, в данной ситуации даже Тараска бы не спасла, на самом деле. Я сомневаюсь, что даже ПКБ бы спасло. Сильно получилось, очень-очень сильно. Ну и минус 2, и хаги на равном месте делают. Хорошая вылазка вышла. И сразу попытка спушить два тавра снизу. Я думаю, она будет без сопротивления со стороны противника. Спокойно заберут, заработают себе денег и отойдут. Ну, конечно, сплитпушит основенно смэш. Топ-линию в миде у нас здесь Масоку. Покупает себе, кстати, ультимейт орб. Ну и, значит, профит снизу тавр забрал. До конца идут и хаги. Просто до конца. То есть они знают, что нету Вивера. По сути дела, это основной их керри-герой. Значит, может немножечко понаглеть. Драться и ревенджи уже сюда не полезут. Ну, вот так вот Морфик очень быстро справляется с этим тавером. Эро не поймал, впрыгивает нас. Зато у нас Брюмастер здесь. Юзает Шивус Гуард. Клэпает на Кейкса. Кейкс спрятался в инвиз. Там есть гем, конечно же, его прекрасно видно. Кейкс, телепортейшн, тэп-аут. Сбить просто нечем. Морфа не зацепили через дисрапшн. И он ушел на репликате. Все. На этом... Закончилось движение от Эхак, но в целом они развели на ультимейт Брюмастера, подпушили очень основательно так-то 3 тауэр, то есть порядка 80% здоровья они ему снесли, ну и ушли. Все это с одного захода. Некрономиконы появляются 3 уровня, 2 уровня, извините, на честь профита, точно, хороший пуш-потенциал получается, ну и Кейкс сейчас будет выполнять такую роль, что он не даст противнику собираться вместе. Он постоянно будет разводить, он постоянно будет что-то сплитпушить, ну и счет некрономиконов пытаться, не знаю, снести сторону, по возможности, если вдруг зазеваются ребята из Revenge.
Ну, не очень было понятно, опять-то, мидгейм исполнение Revenge. То есть они знали прекрасно, что там очень сильные персонажи, да. Там есть разводила Nature's Prophet, там есть морфинг, это самое главное. И доводить игру до жесткого лейта особого смысла, наверное, нет. Кипримастер, конечно, хорошо, но... Вскоре, когда посильнее станут абсолютно все игроки хак, они не будут обращать на этого бремастера, который будет бегать там расстроенным, носить какой-то дэмэдж. То есть будет какой-то уже эскейп, будет кайт и все прочее. Ну а вивер, ну не знаю, вивер еще тараску нужно собрать. Опять же, ривер под одним ривером с полярити обычно ложится. Сложно сказать, опять же, за кем будет лейт, то есть при прочих равных условиях. Но пока все идет к тому, что Ихаги ближе к началу этого лейта игры доминирует на оппонента. Посмотрите, что делает морфлинг. Полностью перекачанным, он плохо хп смешу сносит, в принципе, с раскастом. Но это порядка как раз 1000 хп. Купил себе Яшу, 1600 монет сверху будет делать Монтастайл. Продолжает, конечно же, Джастин фармить. Топ-4 Pinned Force. Вот это вот, наверное, самый отрицательный факт для ИХАК. То есть морфинг выйти в первом и перефармить оппонентов у него не получилось. Вот вивер, конечно, с Мидасом не подпускает. Так, привезли смэш, а Рирус Полярити моментально, Шефсгуард успел проюзить, будет хиксовать, надо хиксовать, дефар, хикса есть, смэш не знает, что сделать, и под Монолитиктом просто умирает. Ну, правда, еще и проюзил ПКБшечку, конечно, Магнус, потратил РПшечку, но оно того стоило, на самом деле. Они убили Брюмастера, это очень важно. Если бы они сейчас еще разгадали план Ревиджа, который просто отдали Брюмастера, но сносит Рошана, у них же есть чем пробивать, должны понимать это и Хаги. Хаги пошли вперед, есть инвиз от Мираны, и Рошан все-таки успел упасть, Вир поднимает себя Егис и уходит. Просто уходит. Морф на гоночку пошел, получает с формой, нужно отступать. Опа. Ой-ой-ой, осторожно. Каски получает. Талинку уже сбили. Есть форстав. Хорошо, и Бенджас будет уходить. Эрроу на ход минус. Эрровый машип. Кейк, степ аут. Не сбивает. Вот он все время залетает. Тема Ник Пурш, вимашип. И машип, конечно, проседает. Здесь солкетчер мимо, но дэмэджа у Вивера, видимо, хватает. 20-17, 32 минута встречи. Взаимные ошибки от обеих команд, опять же. С одной стороны, вроде забрали Брюмастера и Хаги, они должны были Рошана сами убивать. В итоге поздно соориентировались, кооперировались и в итоге отдали Аегис. Потом решили напасть на противника, за то, что они Аегис забрали. И в итоге потеряли еще и Вич-Доктора, никого не убив при этом. В общем, такие вот интересные моменты. Ну что, 37-я минута встречи, а со временем пошла Ревенджи. Пытается подпушить мид. Ну, не знаю, по-моему, Вич-Доктор, смерть Вич-Доктора это не то подспорье, за которое они должны сразу заходить так спокойно, вальяжно на чужое ХГ. Ну, хотя отсутствие Рирус Полярити, конечно, положительно для них сказывается сейчас. Нет РПшечки, поэтому можно в наглую заходить и немножечко подбивать Т-3 Тауэр. Однако здесь Т-3 Тауэр возможно снести и бараки в том числе, только в случае, если вы с первого же захода его сносите. Иначе вот тот самый Тренд Протектор, Ливинг Кармор и все. Тауэр стоит как новенький. Эро залетает. Ну, такой, знаете, разведочный эро. Курьера, правда, каким-то образом отдали Хаги. Зачем они это сделали, я не понял. Ну, окей. Так, тут Тараска собрана уже у Морфинга. Ой, извините, у Вивера. Но и еще есть Аегис. Поэтому он так себя нагло ведет. Видимо, поднимается на ХГшку. Дает пару плюх по Тритауру. Ну, и все-таки в радость для Трента. Кейкс у нас после Хиксы купил себе третий некрономиконов. Есть у него 1700 монет сверху. Продолжает фармить дальше в чужих лесах. Ну, опять же, сплитпушит, просто заставляет, скажем, обращать на себя внимание противника, отвлекает. Джастин. Снова находит Вивера. Вивер убегает. Так, ну а Джастин 3500, кстати. Пока ни во что не инвестирует свои средства. У него хватает денег на то, чтобы купить себе Монтастайл, но пока, видимо, решил, что Монтастайл, может быть, и не стоит пока покупать. Может быть, есть смысл нафармить себе на Баттерфляй какой-нибудь. Так, ну и снова ставится пауза. Эти паузы, это такое, конечно. О, третье. Благо, что пауза получилась непродолжительной. Однако обильное количество немножечко раздражает. Ну, самое главное, конечно, то, что они задерживают игру. То есть, не стоит этого делать, потому что сегодня матчей будет и так много. Они все идут по расписанию. А если у нас будет накладываться матч, то будет вообще полный бардак. 2200 у нас со временем есть у Бенджаса. Фармит он дальше. Опять же, есть вакантные слоты еще. Помимо того, что Аегис пропадет, еще можно продать себе Мидас. Купить что-то. Ну, это что-то либо выходим в дэмэдж, покупаем баттерфляй или МКП, или, я не знаю, выходим в плотность, покупаем себе БКБ. Зависит от ситуации, то есть как сильно его будут контрить. Снизу на сирением кейкс. 2300. Левел 20.
Так, из Пандаэга можно найти, если здесь нету гема. Гема нету рядом. Где гем? У Брюмастера гем, да? Да, гем Брюмастера, он находился в миде. А Бливенстаб покупает себе Брюмастера, но что, будет ли он делать себе рефрешер-ор? Будет очень интересно, то есть ультимейт практически без кулдауна. Ну, то есть как без кулдауна? Вот сколько он там действует? 19 секунд, то есть 38 секунд будет в замесе бегать расстроенным. Это здорово. Так, с ним все время, смотрите, заходит спокойно Джастин. Вот нет, Рен Протектору Ревиджа, они не могут себе сохранить товара. Смэш на дефе. Джастин его встречает, дается пробить и моментально уходит на свою репликату. Покупает себе мотострел все-таки. Ну, вот так вот, то есть... Здесь дефать нечем, то есть нужно моментально реагировать такие перемещения от ИХАК. Морфлинг сейчас просто развел, грубо. Снесся 3 тавера и осталось немножечко подбитые бараки. Следующего захода Морфлинг с Пандастайл бараки будет сносить. Ну или это сделает Кейкс. Для Кейкса отсутствие тавера это вообще халява. Можешь всегда подняться и всегда своими некрономиконами спушить. Так должны быть во всем внимании ревенджи. То есть даже если они пойдут сейчас, например, по миду, будут хорошо драться, у них все время будет проседать одна из сторон. Сейчас они по этому самому миду заходят. Михав покупает свой оверклап. Есть Метрилхаммер, будет делать БКБ, пока дерется с иллюзиями от Морфа. Вивер 4400 пока ни на что деньги не тратит. Ну, наверное, есть смысл держать деньги на байбек. Вивер один из немногих персонажей, который способен сразу после смерти в замес вернуться. Ибо будет у него таймлэпс. Но убивать, конечно, Вивера 3 раза, это жестко. Вот зашел он, Ликин сферы ему сбили, каски залетает, Эру снова не точно. Ну, тщетные попытки, немножечко подамажит тавр. Не получится, когда жив Триан Протектор. Ни в коем образом. Ну, а здесь Кейкс занимается тем, что спокойно сплитпушит. Ну, таким образом, конечно, ИХАКи очень долго могут держать противника на расстоянии. То есть, они будут держать его в миде, и они вынуждены сейчас будут делать ТП на топ. Просто вынуждены. Не потому, что им топ-линию сейчас несут. Если не начнут прямо сейчас замес. Заходит, хорошо, у нас прыгивает Брюмастер, расстраивается в формаут исполнения Морфа. Даль, конечно, не Симаши, пока он живет, нет, отправляется в таверну. Так. Здесь репликат от Магнуса. Пробивается прогресс на 3 тавер. Глиф фортификейшн не юзается. Пандаэго, есть инвиз от Мираны. Ну и вот этот самый неприятный, конечно, Брюмастер. Вот он, вот земляная. Надо ее дать до конца, чтобы убить. Там уже бараки прогрызают. А теперь не смотри, что делает Кейкс. Кейкс уже на 3 тавер снесу, тоже будет спокойно сплитпушить. Дисрапшн ставится дефарту. Слеера, большие проблемы в Варкрафт. Держит его на месте. Бенджаз! Есть таймлесс, успевает последнюю минуту сделать, что демон уже отъехал. Бенджаз дерется до конца. Бенджаз теряет Аегис, ничего страшного. И пошиб под госкептором выживает. Джастин получает эру. Пытается своим телом сохранить его, но вот-вот он вышел. Здесь Вивер. Получает каски. И отступать. Там Имперусы в догоночку полетели. Ну вот не смогли они спушить два тауэр. Да, бьет нас, конечно, Бенджаз. Юсы Глиф Фортификейшн его просто прогоняют. А топ-линия уже потеряна. И за Слеер пытается уйти. До конца погоня. И Дептистрайком приговаривает его Джастин. Вот в чем преимущество наличия такого самого персонажа, как Нечес Профит в команде. Он не обращал внимания на замес. Он там в нем особо участие не принимал. Он просто взял и снес сторону. А ребята из Ревенша здесь сторону не смогли. Это большая проблема. Ну и Брюмастер, который тоже, в принципе, 19 секунд пробегал. То есть в ультимейте вроде какой-то экшен навез, сделал там фраг один. А кончился ультимейт, сделать ничего не может. Все в кулдауне. Поэтому, конечно, ему рефрешер орб очень сильно будет нужен. Ну и сами по миду пошли ИХАКи. Хотя бы снести этот ватавер надо. То есть подготавливать площадку для того, чтобы Кейкс в очередной раз зашел сплитпушем и снес сторону. Рефрешер орб появляется у Брюмастера. И... Появляется Хикса у Enchantress. Но с контролем вроде бы все в порядке. Есть смысл Морфлингу подумать о том, что после Мантастайл купить себе БКБ. Он купил себе пока Boots of Travel, то есть ПТ-шечку потом, конечно же, продаст. Без сопротивления снесли Т2 Тауэр. Морф опять заработал себе денег. А Брюмастер вошел здесь, смотрите. Очень интересно, потерял одного из панд. Ну и все на этом. Опять ультимейт потрачен пустую. Но благо сейчас, конечно, есть у него рефрешер орб, но тратить его тоже не хочется. Ну а Кейкс уже знает, чем заниматься. Купил себе дизолятор. Дизолятор, опять же, для того, чтобы просто сносить строение под минус броней. Не для того, чтобы драться ни в коем случае. Главное — сплитпуш. А сплитпуш в данной ситуации — это залог успеха. Это залог победы. И Рошан с этим скоро должен появиться, по идее. Сюда стягиваются ребята из ИХАК. Так, у нас там тем временем у Вивера появляется Дейдаус. Ну, проблема Вивера только одна. То есть, он вроде бы дэмэдж имеет, но его сейчас просто фокусили очень хорошо. То есть, был Рерус Полярец, потом Оверграф. Он просто стоял на месте, еще под касками. В данной ситуации будет помогать только БКБ, по-моему. Ну, или Мантастайл. Мантастайл какой-нибудь, чтобы там, например, от Оверграфа спасаться. То есть, здесь нужно думать. Ну, или просто не подставляться под фокус. Такой вариант тоже возможен. Ну, потерял, видим.
Аегис сейчас и деньги инвестировал в Daedalus. По всей видимости, у него не будет денег на байбек, но пока нету. Так, ну и Рошан появится через 20 секунд, ждет его Бандаэго. Вроде как должен быть третий Рошан, то есть там еще появится сыр. 3200 на чист профита, левел 22. Продолжает он фармить. Есть у него еще один вакантный слот. Вместо Мидаса что-то приобрести. Ну и денег, в принципе, тоже хватает. Ну, я не думаю, что будет зазорным купить себе какую-то кирасу. Опять же, для тех же самых целей. Сносите сплитпуш. Ну и, в принципе, если что, там еще такой замес, тоже, в принципе, может помочь. Достаточно много урона он уже выписывает. Ребята его, там, тиммейты, за счет этого, за счет кирасы получат себе необходимые бафы. Так, Рошан появился, выгрызает его морфи, потягиваются ребята из Ravage. Arrow. Нет, Arrow не дает михавк. Waveform out. Здесь Масоку. Ну, знает, что противники здесь, лучше отступить пока. Или подождать, когда все потянутся. Нужен, конечно же, но. И Респалярить у него есть. И появляется тоже Refresher Orb. Это очень важно. Так, мид ТП. Смеш здесь. Рошан нагрызает Фивер. Надо подраться как-то. Клэп, хорошо. Arrow залетает. Будут убивать Пандаэго. Пандаэго теряет Оверграф. Заходит еще что-то демон. Есть демоник пурш. Пандаэго должен проседать. Нам теряем Рошан добивает. Но Морф здесь. Пытается драться. Кто свистит? Аегис. Аегис забирает все-таки Вивер. Морф не получилось сделать. Но Нов прыгивает. Реверс Полярити по всем выдает. Пытается Морфик драться. Но скидывает пока только свой сворм. Еще один Реверс Полярити после рефрешер арба. И хватит ли дэмэджа? Дефар ставится. Сбили Аегис у Вивера. Всего лишь только Аегис. Морф живет. Рассказ. МСТСО. Госкептер прожимает. Но пока невозможно убить Пандаэго здесь. Убивают, конечно же, у нас здесь Магнуса. А Кейкс, да что это творит, товарищ делает? Он просто в замесе не принимает никакого участия. Боже, он грызет бараки. Это будет минус две стороны. Остался только мидлейн. Конечно же, Кейкс туда отправится. Пока нет противника, он будет пытаться сносить. До конца. Без изолятора, отлично. Некрономиконов пока нет, но есть на ческолах. Хорошо, гриф фортификейшн есть. Дефать нечем, в этом проблема. Вот он, примастер. Просто подтягивается, дает ультимейт. Кейкс просто убежал. Погоня до конца, зацепили. Да, подцепили в торнадо. Должен быть какой-то станчик. Вот от земляной панды залетает станчик. Пробивает с руки, еще бьют. И телепортейшн он пытался нажать. Снова опять торнадо. Кейк снова телепортейшн, снова станчик получает. Как же его грамотно фокусы здесь. Кончается ультимейт у примастера, но потянулся Бенджас и... Снесли, снесли на чест-профита. Ну, на самом деле, осталась только последняя сторона у ребят из Revenge. И я не знаю, что они будут делать в такой ситуации. Здесь они снесли только барак. 3000 денег. Ну, у Nexus Profit, в принципе, с такого захода будет, конечно же, байбек. Так что, если что, он в игру войдет. Ну и отметим, опять же, потрясающие действия от Магнуса. Как он входит в своем Reverse Polarity. Это, ну, просто что-то с чем-то. Такой контроль шикарный он делает для своего Морфа, чтобы вот тот выдавал дэмэдж. Ну, даже скорее не сколько для Морфа, сколько, например, для того же самого Вич Доктора, который ставит свой дефуарт, и он неплохо справляется с задачей нанесения дэмэджа. Так, есть РПшечка, влетают, нашли Бенджаса, нас кивери подвезли, к Марфу поближе, здесь у нас Пандаэго, Варграф, спрятал хорошо, в принципе, через дисрапшн шаду демон, чуть было Дефарда не отдался, Варграф залетает, Бенджас снова проседает, Бенджас, наверное, отправился, лол, 90 секунд его не будет, прыгивает дальше, но, рефрешера пока нет, Ирис Полярис тоже на развороте, Инвиз от Мираны, Смэш тоже тут, впрыгивает, по всем клэпает, если ульта, ульты нет, ульта в кулдауне, зачем ты подставляешься? Проседает сейчас, что сделал Смэш? Смэш сейчас отправится в таверну, да ладно, Смэш, уходи, Морф его достает на минус 2. Байбек в исполнении Бремастера. Масоку пытается жить, там антачебл, конечно, так просто не пробьешь. Привозит всех снова, но дает шоквейв скивер. Убивает минус 5, ребята из Айхак, что творят эти ребята, что творит этот Магнус? Поставьте ему памятник при жизни, такие реверс полярити, такие врывы, это просто потрясающе. Ну и заход по миду. Заход по миду. Иду к своей победе, ребята, из Team Ehack. Смотрим сейчас за состоянием байбеков. Байбека нету просто ни у кого. 91 секунду. Вивер будет сидеть в таверне. Только Глиф их может спасти. Или только какие-то невероятные действия от Брюмастера. Будет два ультимейта. Есть рефрешер, есть ульта. Но заход на ХГ. Так, прыгнул. Дал ультимейт. Эро залетел в никуда. Ну, чуть не потерял. Опять же, одну из панд. Морф. И форма просто разорвал Мирану через прокаст. Хорошо. И прыгает Пандаэго. Оверграф. Подняли земляную панду, уничтожили. А наверное, отправляется примастер. После байбека это ГГВП. Да, ну, стоит поздравить за такую игру, ребята, из ЗХАК. Такое продемонстрировали. Ну, просто не передать словами. Обязательно должны будут посмотреть эту катку в запись, если вы просмотрели, если пришли сюда только к окончанию игры. Это что-то с чем-то. Ну и поздравляем, Ихаги зарабатывает себе победу. Это очень славная битва действительно была. Было на что посмотреть. Да уж, дорогие друзья, ну что, у нас будет небольшая пауза буквально, нас ждет второй матч, он немножечко даже задержится, наверное.